Как там твой сын юрист? Я нашла письма среди вещей сестры. Мне нужен совет того, кому я доверяю. Просто помоги мне между делом. Не выйдет между делом. Уйдет все мое время. Как ты вообще в них что-то видишь? Все заляпал. Основано на реальных событиях. Вот она, моя тетя Адель. Кисти Густава Климта. Красивый портрет. Нацисты сняли его со стены в нашем доме. И с тех пор он висит в галерее Бельведера в Вене. Хотите вернуть портрет? Было бы чудно и справедливо. Ты всерьез полагаешь, что картина, попавшая на все сувениры, покинет Австрию? Было бы ошибкой не попытаться. Нельзя ли побыстрее? У нас еще 4 часа. Я хотела купить духи и коньяка в дьюти-фри. Не думала, что вернусь. Это наш дом. В день моей свадьбы здесь собралось пол Вены. Миссис Альтман, добро пожаловать. Поверьте, вам будут чинить все возможные препятствия. Нужна копия завещания вашей тетки. Я и сам справлюсь с поиском. Чтобы я такое пропустила? Мы словно в фильме про Джеймса Бонда, а ты Шон Коннери. Смотрите весной. Картина принадлежит семье миссис Альтман. Это Мона Лиза Австрии. То, что принадлежит нам, мы будем отстаивать до последнего. Уничтожили мою семью. Убили моих друзей. Заставили меня бросить дом и моих близких. Я не позволю им снова меня унизить. Это иск. Мы подаем в суд на правительство Австрии. Всего хорошего. В борьбе за справедливость вам точно не победить. Мы не за тортами приехали. Они изменят историю. Вы только мешаете, захлопывая передо мной все двери. Дамы и господа, это исторический момент. Если восстановим справедливость, значит, приехали сюда не напрасно. Хелен Миррен. Райан Рейнольдс. Даниэль Брюль. Люди видят шедевр одного из величайших художников Австрии, а я вижу портрет тети. Женщины, которая учила меня жизни. Я хочу вернуть то, что по праву принадлежит мне. Женщина в золотом. Нельзя ли побыстрее? Шоколад на твоем пончике уже тает. Режиссер Саймон Кёртис.